решением Волгоградской областной, тогда еще не Дума была, а, наверное, Совет был народных депутатов, да, вот, было передано в лоно Волгоградской епархии 4 монастыря. Спасо-Преображенский, Смирницкий монастырь, Дубовский, Вознесенский монастырь, Кременско-Вознесенский монастырь и Каменно-Вроцкий Свято-Троицкий монастырь. Тогда, я думаю, это событие и начиналось. Владыка Германом здесь послано было несколько молодых людей, именно, вот, наверное, вашего возраста такого, у которых не было ни жизненного опыта, ни опыта житейского такого, именно практического опыта не было. Но вот они прибыли сюда и начали восстанавливать этот монастырь. Трудно было, трудно. Хотя монастырь был женский, но тогда владыка Герман, архиепископ Волгоградский Камышлинский, решил, что именно монастырь должен быть мужским. Что они смогли сделали? Им надо сказать большое спасибо, что они смогли именно сохранить этот храм, который стоит сейчас, да, ибо они покрыли крышу, сделали полы, потому что, когда я помню сам, когда приезжал сюда, удивлялся, думаю, Господи, когда же мы сможем вот так пройти по храму, потому что там была огромная дыра, мы сейчас, вы даже и не представляете, что там было. Ну вот так вот Господь рядил, что через какое-то время, практически через 12 лет, я думаю, так, да, потихонечку этот храм Казанской иконы Божией Матери был восстановлен. Этот храм строилась игумена Арсения сама Серебрякова. Вот, нижний храм был назван в честь ее покровителя духовного, преподобного Арсения Великого. А верхний храм, где мы сегодня совершали божественное всенощное бдение, был назван в честь Казанской иконы Божией Матери. Вот. Конечно, годы вот такого безбожия, они как-то прокатились так катком по монастырю. Трудно здесь было. Знаем также, что во время Великой Отечественной войны была делегация с просьбой именно к советскому правительству, чтобы монастырь был открыт, но советское правительство не согласилось. Открыли только храм в самом городе Серафимовиче, здесь монастырь не открыли. Хотя сестры монастыря жили здесь, при храме, составляли общину этого храма, Воскресенского храма. Вот. Ну вот и последние сестры, они уже скончались в конце 80-х годов, вот, и в начале 90-х. Слава Богу, что некоторое время назад, 2 года назад, мы смогли перенести останки сестер с кладбища с города Серафимовича сюда, в монастырь. То есть сестры вернулись, я так считаю, к себе обратно домой, в монастырь. Это, конечно, для монастыря очень такое отрадное событие. И сегодняшнее, наверное, событие, оно вот как раз и, наверное, является неким итогом таким вот нашей жизни. 25-летие Волгоградской митрополии в этом году исполнилось, 25 лет Волгоградской митрополии, 25 лет нашему духовному образованию. 24 ноября 1991 года как раз и открылось духовное училище, Волгоградское духовное училище. Вот. То есть этот год он особенно такой, символичный. И очень отрадно, что в этом году началось восстановление храма, соборного храма Александра Невского, вот, святого благоверного князя Александра Невского в городе Волгограде. И, конечно, итогом, я думаю, вот то, что вот мы сегодня с вами присутствуем при таком, наверное, очень важном эпохальном событии. Это именно прославление в лике мисленно чтимых святых игумени Арсения. Это, я думаю, наверное, таким является, конечно, неким итогом вот это 25-летие нашей вот именно митрополии. И, конечно, в этом огромная заслуга это митрополит Волгоградского и Камышлинского Германа, который будет завтра возглавлять божественную литургию. Ибо его трудами это все здесь и делалось, и восстанавливалось. И владыка благословил именно более такую подготовленную сестринскую общину во главе с монахиней Георгией, тогда монахиней Георгией Боровик, сейчас она игуменя, да, именно восстанавливать этот монастырь. И что мы видим итогом? Мы видим, как монастырь вот выглядит сейчас, да,
Это огромная, конечно, для нас радость, сегодняшнее событие. Спасибо. Мы очень давно ездим в монастырь, и вот у нас такой великий праздник. Мы приехали разделить эту радость и прославить мачку игумени Арсения. Конечно, перед праздником, именно вот перед самим праздником, да, такие чувства вначале довольно тихие, такие какие-то вот благодать такая вот, она еще пока что предпраздничная. И, конечно, сейчас прям ликование такое души происходит, то есть чувствуется вот такой дух, вот именно прославление, то, что это такой единичный праздник, да, такое бывает раз там, во сколько лет, да, впервые мы бываем, и вот именно что вот первый раз, это вот очень сильное ликование, благодать большая, очень большая, великая радость. Конечно, и в каких-то вот, когда еще матушка не была прославлена, вот, и в каких-то бытовых вопросах, и в каких-то вот таких, каких-то терзаниях мы обращались к ней за помощью и получали помощь, вот, и да. Я учусь в медицинском университете сейчас, и какие-то возникают проблемы, бывают в университете, и я обращаюсь к матушке Арсении, и у меня приходит вот помощь, то есть у меня нормализуется там что-то в учебе, лучше получается делать там пары, да, готовиться к парам. И во всех вопросах, не только что касается учебы, это у меня лично вот в моей жизни, у сестры произошло вот случай исцеления, она серьезно болела, и мы приехали сюда, и она приложилась к камушку, и после этого у нее пошло, она пошла на поправку, и сразу узнали диагноз, и назначили правильное лечение. После этого она выздоровела, и спустя там она болела очень долго. То есть после этого сразу же она выздоровела, слава Богу. Просто что не нужно бояться, что если душа идет к Богу, что если что-то хочется спросить, попробовать, то ни в коем случае этого не стоит бояться, этого ничего страшного не будет. И когда ты первый раз молишься, первый раз что-то просишь у Господа или у святых, то ты понимаешь, что это действительно работает, что все получается. И тогда такая великая благодарность остается на душе. И ты живешь в радости и в благополучии с Господом, и уже самому хочется и ходить в храм, и посещать богослужения, и все складывается по-другому в жизни. Я вот хотела еще сказать, что открывается, вот когда в православие приходишь, то открывается новый мир вообще, который несравним с тем, что было до православия. Вообще просто неописуемый такой мир, вот как будто ты где-то на другой планете. То есть и вот службы, это очень красивые службы, когда вот живешь вот этим, то входишь в это, в этот процесс, и потом оттуда на всю жизнь. Мы очень счастливы и благодарны Богу за то, что все так складывается, и мы очень рады, что в нашей жизни есть монастырь, матушка игумени Арсения, и вот, да, мы только благодарности. Да, это просто очень большая радость. Я каждый день благодарю Господа вот за то, что вот у меня вот лично в жизни появилась и вот такая святая, и за то, что вот такие заступники, сильные заступники, которые, к которым нужно обращаться каждый день, и действительно вот приходит помощь. По их молитвам просто большая помощь.
Христе. Первый раз такое событие. Оно очень значимо, так как казаки люди православные. Для казаков это одно из самых важных событий в этом году. Никак не могли казаки в городской области все остаться в стороне от этого события. Поучаствовать и в охране общественного порядка, и помолиться в храме. Радостно, что это появилась святая именно в Волгоградской области. Именно основательница монастыря, наверное, на тот момент самого главного монастыря в нашей области. И на данный момент этот монастырь, так же как и храм, очень играет большую роль в жизни Волгоградской области, жителей Волгоградской области, не только казаков, но и всех жителей. Казаки сюда очень часто приезжают помолиться в храм. Здесь есть свои святыни, также есть камень внизу, святыня большая, куда казаки постоянно ходят и приезжают. Матушечка, можно тебе подвинуть чуть-чуть? Да, пожалуйста. Мы ее уже проснули. Следующим праздником, великим для нас всех, с прославлением Матушки Игумени Арсении. Чувствуем ее уже заступничество.
Вот наши гости, это Матушка Милая, это Матушка Милая. Это Матушка Ставрополья, Иоанна. Это Матушка Варвара и Сентуки. Завтра будем ждать вот эти Германа, да, главу Метрополии, так что вы тоже. Просьба такая, да? Спасибо. Отмачка, теперь все со мной. Славнейшую без сравнения Серафим, без усления Бога слава Русия, слышим Богородицу на берегах. Слава Твоей Сыну и Святому Богу, не преславай во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященнейшая Владыка.
Yeah.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милости и щедрости, возвыси рог христиан православных, и не спасни на ныне милости Твоя богатая. Молитвами все пречистые Владычцы нашей Богородицы и Пресвятой Марии, силы и чудеса, и животворящего Христа, предстательство чистых небесных сил, бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всепальных апостолов, и живосвятых отец наших, вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоуста, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирмекийского Чудотворца, святых равноапостольных, Мефодия и Кирилла учителей славянских, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и живосвятых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Ивана, Макария, Филиппа, Ива, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святых славных и добропобедных мучеников, новомучеников и исповедников российских, Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского, Петра митрополита Крутицкого, Филариона архиепископа Кирейского, святых царственных святотерцев и Володина, Серафима Саровского чудотворца,
всякому граду и стране, по клану губительства труса потопа, по огня меча, нашествия племенников, и междусобной брани, злотворных воздухов, патомной радиации, терроризма, экологического бедствия, по ежемилостью благоуверенному быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавительный от лежащего и праведного своего прещения и помилуйте. Благославного пророка Претечи, крестителя Господня Иоанна, святых славных и всех хвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живосвятых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодий и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини российской Ольги, и живосвятых отец наших, святителей Михаила I, митрополита Киевского, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Анфимы и Серапиона епископов царских, святителя Митрофана епископа Воронежского, святителя Тихона епископа Задонского, святителя Игнатия епископа Кавказского, святителя Феофана епископа Тамбовского, Вышинского, Затворника, святого великомученика и победоносца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святой великомученицы Варвары, святых новомучеников и исповедников российских, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина и Серафима, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, Илариона, архиепископа Верейского, Фадея, архиепископа Тверского, Гермогена, епископа Тобольского, Иннокентия, епископа Винницкого, святых царственных страстотерцев, императора Николая, императрица Александра, дичатых Алексея,
цесаревича и преподобную мученицу, великие княгини Елизаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Сергия игумена Радонежского и вся Россия чудотворца Серафима, Саровского и вся Россия чудотворца, Авросия старца Оптинского и вся Россия чудотворца и всех прочих старцев, Оптинские, преподобного и богоносного отца нашего Серафима Вырицкого, святых праведных, Иоанна Пресвитера Кронштадтского и вся Россия чудотворца Алексея Пресвитера Московского, святых блаженных Ксении, Петербургские, Матроны, Московские, святых и праведных Бога, Отец, Иакима и Анны, святого священномученика Николая, пресвитера и живерхнем Брутове, преподобные Арсении, игумени, пусть медведицкие, святых апостолов от 70 Стахии, Амприя, Урвана, Нархиса, Апелия и Ареставула, святого мученика Эпимаха, преподобные Мавры, Константинопольская, преподобных Спиридона и Никодима, Просфорников, Печерских, святого священномученика Протоиерея Иоанна, преподобного Леонида, святых священномучеников Всеволода Александра, Сергия, Алексея, Василия, Петра, Василия Пресвитера, преподобного мучеников Анатолия, Ефросина, святого мученика Якова, святого преподобного мученика Иннокентия, их же памятные не совершаем, и всех святых Твоих благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление при грешении наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости, беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Насыти вы, сам благослови и хлеба сия, пшеницу, вино и елей умножи сия во святи обители сей и во всем мире твоем, и вкушающий от них верный освети, яку ты си благословляй и освящай всяческое Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем с обезначальным твоим Отцем и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Thank you.
Отче, Отцы.
Oh.
учеников своих восстал от мертвых, на море Тивериадском явись сицы, бяху в купе Симон Петр и Фома нарицавый близнец, и на фонарь лобят Павла Галимийская, истинно зведела и над ученик его два, глаголы им Симон Петр, и дуры вловить, и глаголаше ему, и демоны с тобой на тоже же, и все душа вера, и в ту ночь не яше нечисто же. Утро же бывший стоит суд прибрезе, не познавши же ученице по Иисус есть, глаголы же им Иисус дети, и даже что с нет в животе, отвечав ему вниз. Он же речит, здесь и тем реже в свою страну корабля, и обрящите, верь Божия же тому не можа по привлечения множества рыб. Глагол же ученик, то и полюблявший Иисус Петрови, Господь есть. Симон же первый, слышав это, Господь есть, и петину прибоявшийся, бегуна приверзался в море. А друзья ученицы кораблица придошли, не бешему далече от земли, но я бы две села в деле, пущим режу рыб, я ковид везлоша на землю, видишь Бога лежащую на ней лежащую хлеб, и глагола им Иисус, принесите от рыб, я же я с ныне, влежи Симон Петр, залечь в режу на землю, полно великих рыб, 153 литра суще, и продолжись в режу. Глагола им Иисус, придите, обедайте, не дивно же смеешь от ученик истязать его, ты кто есть, ведящий Господь есть. Приди же Иисус, и приятно лето дадей, и рыбу дам мне. Все уже третье весь Иисус учеников своих, восстав от мертвых.
Thank you.
Слава Богу, Господи, нашему Богу, Отцу,
и человеколюбие, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будьте верны Боже. Упование наше, слава тебе! Слава.
преподобный Арсений Авдотьев Степанидзе, мученика Епимаха, преподобная Мавра Константинопольская, преподобного Спиридона и Никодима Просфорного Печерского, священномученика Назарея Авдотьева Стасельского Петроградского, преподобного мученика Леонида, священномученика Севолода Александра Сергия Алексея и Василия Петра, Василия Кристиниров, преподобного мученика Анатолия Красини и мученика Иакова, преподобного мученика Иннокентия, их же и память не совершали, святые праведные, Бога Отец и Тимат, и всех святых, помилуй и спаси нам, яко благ и человека любит. Пакет корректатор.